Ты выспался? У меня три старика в купе. Они все трое храпели. Ну, на удивление, да. Всем привет, мы приехали в Днепр. Первое, что мы делаем, это закидываемся в МАК на завтраки и едем сразу тренить, потому что заселение у нас в 4-5 вечера. И до этого времени у нас есть очень много шансов попасть на разные уличные споты. Стандартные завтраки. Всем приятного аппетитика. Мы уже позавтракали, сейчас будем выдвигаться на нашу желтенькую площадочку, будем разминаться, растрениваться. Как вы видите, погода отвратительная, нам это ни капельки не помешает. В прошлый раз мы с Артемом сюда тоже приезжали, и была пасмурная погода с дождиком, но мы все равно смогли потренироваться. Также хочу вас обрадовать, что 10 и 11 июля я буду в Затоке на фестивале Extreme Beach Games, поэтому приходите все, приезжайте, будет очень весело, круто, там пройдет паркур Freerun Fest, поэтому думаю, что мы с вами сможем провести очень круто это время. Приезжайте. 10-11 число, буду вас всех ждать. Пришли мы на вот эту вот прекраснейшую площадку. Нас встретили ребяточки. Знаете, в чем проблема? Она вся мокрая, как и в прошлый раз, когда мы здесь первый день занимались. Посмотрите, все вот такое вот. Знаете, что это значит? Это будет стиль. Будем включать не до Раяна и прыгать. Просто жесть. Сейчас что-то будет, парни. Первая кровь у нас. Нормально так, жестко на самом деле выглядит. У нас минус один. Глеб что сделал? С этой верхней штуки прыгнул сюда, хотел в кэт. Но прикол-то в том, что оно, бляха, вот такое вот. Он, скорее всего, лицом где-то зацепился за вот эти вот всякие болты. И очень сильно рассек себе подбородок, как вы могли видеть. Уехали в больницу проверять, потому что зашивать, скорее всего, надо. Дождь там сегодня вообще не помеха, потому что я в Паранго. Очень классные шмоточки. Мне на днях должна прийти вообще новая коллекция. Вам сделаю распаковочку. Будет очень круто, потому что новая коллекция там реально топовая. Если вы хотите делать стиль, то обязательно переходите по первой ссылке в описании. Покупайте их одежду, она реально классная. И доставка вообще в любую точку мира у них. Любую точку мира, ребята. Ссылка в описании. Первая ссылочка. Глебчик к нам вернулся. Мы заклеили подбородочек. Все теперь в норме. Но больше он такого делать не будет. Дима, а что, будет стиль у нас? Конечно, будет. Поехали. Дикий стайл. Нормально попрыгал. Для мамы балерины. Пишем от 1 до 10, насколько это было плохо. Девушки, я маникюр потратил. Смотрите, слез ноготочек. Я теперь вас понимаю прекрасно. Ё-моё, как это неприятно. Мы переоделись, дождь закончился, начало очень сильно парить, поэтому пришлось снимать кофты и лосины, одевать шорты, футболки. Также нам скинули еще два интересных спота на улицах, поэтому надеюсь, что мы сегодня заедем еще на уличные споты, кроме вот таких вот площадочек. Сейчас дождаемся еще Диму, который местный паренек, здесь организовывает соревнования, которые будут завтра. Поэтому следующий дост не пропускайте, я думаю, что мы с вами поснимаем соревнования, покажу вам, как проходят они здесь, и потреним у них в зале. Вот там на всю площадь классный эйртрек, и можно научиться многим интересным элементам. Так вот, дожидаемся Димчика и будем ехать дальше. На желтом споте мы, Дим, так не дождались, перебрались вот к такому вот цирку красивому очень. Микропрыжки. Дальше там еще есть споты прикольные. Натренируемся здесь. Модная повязочка стильная. Резинку потерял. После этого будем уже заселяться и идти дальше на красные турники, прыгать на бетонный паркур-парк. Это сик, бро. Майже сик. Это сик, бро. It's sick, bro. Six. Добрый вечер. Это Майкл Джексон. Мы переместились немножко пониже, вот на такую вот местность. И здесь тоже делаем флоу. И уходим отсюда, идем дальше. Дождик немножко начинается, поэтому надо по-быстрому делать. Это шо, фриран чи шо? Глаз
Главное, понял, в трассе в середине ручки протереть. А, заметил? Я сам такой раз думаю, о, успел даже руки протереть. Ребята, мы заселились, сейчас проведу вам небольшой рум-турчик. Вот такая вот у нас небольшая кухонка. Такой душ с туалетиком. И вот такая вот комната. Вот одна кровать, вот вторая кровать. Хата, конечно, по сравнению с Кривым Рогом вообще не сравнится. Хата огонь, но и стоит она дороже. Мы сейчас отдыхаем, будем кушенькать. Взяли мюсли себе. Сейчас молочком вот это вот все зальем. Поедим, будем ехать тренироваться на бетонную паркур-площадку. В Днепре вообще нам не повезло с погодой. Идет дождь. Мы надеялись, конечно, что будет хорошая погода, но не получилось, не фартануло. Тем не менее, это нам не помешает сегодня потренироваться также на паркур-площадочке. Я уверен, что мы там тоже придумаем, что сделать. Так же, как и на желтой. Мы навалим там опять-таки киевского джаза. Знаете, что самое удивительное? Я думал ехать на такси. Посмотрите, сколько такси стоит. 290 гривен. Я такой, вау, не. Поедем на общественном транспорте. Вот такой вот у нас небольшой ужин. Всем приятного аппетита, кто сейчас ест. И дальше мы будем выдвигаться на площадочку. Приятного аппетита. Вы просто посмотрите, насколько широкий Днепр. Ребята, я сегодня вообще впервые катаюсь в общественном транспорте в Днепре и скажу вам то, что меня он приятно радует тем, что ходит он через каждые 5 секунд, это очень быстро и удобно. На такси мы бы добирались в 2 раза дороже, а времени потратили бы столько же. Мы уже пришли вот в этот вот парк, сейчас идем на нашу бетонную паркур-площадочку. Днепр — это прекрасный город, но я чувствую, я приеду в Киев с 3 шишками, потому что я 3-й раз уже ударился, когда выходил с маршрутки головой. Ну, Днепр тут широкий, я думав, що я попав на море. Але то не море. Як писав Тарас Григорович Шевченко, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Україні милі, щоб лани широко полі, і Дніпро, і круче було видно було. Ви поняли, як реве ревучий. Мы пришли на нашу красавицу, но проблема. Все в лужах. И оно немного мокроватое. Мы здесь будем долго, поэтому надеюсь, оно все высохнет до того, как мы уйдем. Конечно, правильно. Пока что стиль. Нога. Пока что стиль. На стиле вывез нормально. Ты главное жив. Как вы понимаете, начало немножечко темнеть. Работает здесь только одна лампа, вторая все, выдохлась. И прикол знаете в чем? Все, больше нету зоны вот этих турников. Здесь была линия из турников, и ее просто взяли, вырвали. Прискорбно и неприятно, потому что это все строится. Ребята готовили проект, они старались, а в итоге просто какие-то вандалы взяли так, и решили просто кусок спилить. Такой у нас менталитет, такой у нас народ, это очень жалко. Ребята, я же надеюсь, что вы все понимаете, что сегодня мы просто не показали ничего на максимум, потому что шли дожди, все было мокрое, и рисковать и делать какие-то мощные супер прыжки мы не можем, чисто из-за того, что мы просто развалимся, как вы могли видеть в начале видоса. Поэтому сегодня у нас вот такая вот тренировочка на стиле. Иногда тренировать то, что ты не делаешь, это полезно. Мы ждем, пока вот это вот все высохнет. Надеюсь, что завтра это случится. И завтра обещают солнечную погоду. Я буду судить соревнования, а после этого у нас целая ночь будет для того, чтобы попрыгать, распрыгаться. Эта паркур-ночь будет очень жесткой и улетной, потому что мы завтра уезжаем в 5 утра, и как раз таки до 5 утра мы будем прыгать. Так что не пропускайте следующий видос. Он реально будет очень мощный, очень классный. Попрошу заметить, с тебя пар исходит. Пар? Я не знаю, видно на камере или нет. Если это видео набирает 5000 лайков, то мы обязательно вернемся на эту площадку в следующем видосе, то есть уже завтра. Я очень надеюсь, что вы соберете это количество лайкосов за такое короткое количество времени, потому что я делаю контент, который не делает абсолютно никто, и надеюсь, что заслуживаю от вас пальца вверх. А мы собираемся и едем до дома кушать и спать. У нас опять метро туризм. Мы сейчас покажем вам, какое метро у нас в городе Днепр. Вам понравилась эта рубрика из города Кривой Рог, потому что там в метро ходили трамваи. Если вы не видели видосов из Кривого Рога, посмотрите. Подсказочка здесь, ссылочка есть в описании. Видосы реально получились очень классные. Комары кусаете. Во-первых, здесь проезд по 6 гривен. Во-вторых, жетончики вот такие вот светло-зелененькие. А мы же для себя это чисто просто так. Понятно, но нельзя. Нас попросили.
хотели не снимать, но мы ж мамины нарушители, типа гангстеры. Метро реально прикольное. По сути, оно ничем не отличается от нашего, только дешевле, другие жетончики. Мы живем в Украине. А в чем вы разговариваете украинским? А что вы так разговариваете с нами? Мы, ну, вы поняли, что мы не знали, что? Ну мы для себя. Так мы туристы, мы просто взяли и сделали. Метро? Хорошо, только вы спокойнее тогда разговариваете, окей? Успокойтесь, все в порядке. Если честно, это прям очень странно. К нам прям докопались за то, что мы снимаем. Хотя это общественное место, и мы имеем на это полное право. Ну ладно, как хотите. Лишь бы поговорить. Вы вообще видали такое в метро? До нас просто докопались за то, что мы снимаем. Хотя мы просто делали кадры для себя, для красивой картинки. Они такие, это режимный объект, здесь этого делать нельзя. Главное в такие моменты не расстраиваться и пользоваться ситуацией. Вот такое вот метро в Днепре. Кому понравилось, ставьте лайк, потому что реально метро годное. Мне зашло. Кривой Рог, метро, галочка. Днепр, метро, галочка. Остается Харьков. Если у нас еще в каком-то городе есть метро, напишите мне об этом, пожалуйста. После очень продуктивного дня мы вернулись домой, очень замученные, очень уставшие. Сейчас на часах у нас 11:00 и упавший огурец. Димчик рачит салат. Я очень доволен, потому что в прошлой поездке делали мы с Владиком все, а тут Димчик прям взялся и сам все делает. Это очень приятно и очень круто. Димчик любит готовить. Короче говоря, девочки, пишите. Ля тюжур, ля мэ, вы что? Что это такое? Мы что, во Франции? Мы еще к гранолкам на завтрак купили бананасы, чтобы точно целый день не голодать. Но вы посмотрите, какой романтик Димчик сделал, ё-моё. Всем, кто кушает, приятненького аппетитика. А мы с вами встретимся уже в следующем видосе. Ну а что ж, ребятки, данный видос подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. И если это так, то не забывай ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал и обязательно оставлять положительные комментарии. Ведь только так я понимаю, нравится вам такой контент или нет. Я для вас стараюсь и делаю очень много крутецкого контента. Поэтому не пропускайте еще и следующий видос. Мы делаем по 3 видео в неделю. Кто еще? Еще так будет стараться и делать, выкладываться на полную. С вами был Алекс. Димчик, yeah. Всем до следующего видоса, он уже совсем скоро. Всем пока-пока.